Пасха символизирует победу добра над злом, любви над смертью. Перед праздником православные христиане соблюдают Великий пост. Считается, что последняя неделя, Страстная седмица, самая строгая. По традиции православной, и как говорит об этом святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном послании, он приглашает, чтобы все приступили к пиру веры, то есть ко Святой Евхаристии. И поэтому должны мы постараться, ну, православные христиане, подготовиться к этому таинству в пасхальную ночь. Потому что, как говорит святитель Иоанн Златоуст, что все должны постараться приступить. И те, кто постился, и те, кто не весь пост соблюл, и те, кто хоть немножечко попостился. Все, чтобы приступили и разделили радость воскресения Христова. Пасха начинается вечером в субботу с богослужения. Ближе к утру освящаются куличи и яйца, которые украсят праздничные столы. Хотелось бы сказать, что праздник Пасхи называется в богослужебных текстах праздником праздником и торжеством из торжеств. Воистину, это самый большой и главный христианский праздник, потому что именно через него мы узнаем о том, что жизнь человека не оканчивается с прохождением этого земного пути, а душа человека переходит в вечность. В воскресенье в храме «Неупиваемая чаша» будет организован мастер-класс по росписи печенья. Все желающие могут посетить мероприятие и порадовать своих близких необычным подарком.